Здорово, вещает WJ Play. Сегодня в Тайнах Морвинда мы закроем один пробельчик, поскольку ранее мы уже себе добыли именно левый призрачный страж, то бишь первый, самый, наверное, важный, основательный элемент из орудий Кагринака, двемерского инженера, да? Пойдем сейчас и добудем себе именно две пушки, это, короче, маленький молоточек, и кинжальчик этого Кагринака, собственно, разделитель и разрубатель, соответственно, они называются. Вот, то бишь, добудем сейчас все орудия Кагринака. Не сказать, чтобы это прям какой-то секрет, какая-то тайна. Вам, скорее всего, расположение этих предметов расскажет Вивек, предложил прочитать планы Дагатура и так далее. У него, короче, за ним там записи даже прям со самого старта игры находятся. Так, а мы, чтобы не тратить время наше с вами, уже находимся вот возле призрачных врат. По сути, из Альдруна я сюда добрался в который раз. Вот. Еще одна очень интересная информация. На самом-то деле, в оригинальных файлах игры, вот у этого самого молоточка, кстати, эту пушку я считаю, наверное, одну из лучших вообще в игре. А почему-то именно дробящее оружие является, наверное, лучшим в игре вообще. Как бы там вы ни считали иначе, но самое... ДПСная, самая крепкая и мощная, именно дробящая. И очень удобным для меня как раз таки является этот молоточек-разделитель. И вот, в конструкторе, в оригинальных файлах игры есть поддельный разделитель. В общем, по-моему, называется Сандер. А есть Сандер Фейк, именно айдишник называется Сандер Фейк. И реально он поддельный. И он так выделяется такими звездочками, и с маленькой буквы написано разделитель. Это именно поддельная версия. Она нигде не размещена. Я последовал, собственно... велению разработчиков, я никуда не добавлял этот фейк. Даже, по-моему, у самого Дагатура есть какие-то вот незадействованные строки, типа ха-ха, у тебя, если ты придешь с этим поддельным разделителем, то ты, тебе он скажет, типа ха-ха, это тебе, типа, мол, подделка. Вот. Потому мы выдвигаемся и просто сейчас пойдем сразу же по верным локациям, куда нужно пройтись. В общем, сам, по-моему, кинжальчик находится вот в крепости Адрасал. А разделитель, именно молоток, находится дальше в крепости Виминал. По отношению к центру Красной горы Дагатур. Нам сейчас буквально будет сразу нужно идти направо. В общем, для разнообразия доукомплектуем себя орудиями Кагринака полностью. Вот. Ну а потом в следующей серии уже доукомплектуем себя, в принципе, быстро получаемыми разными доспехами топовыми под наш сет тяжелых доспехов. И я думаю, ну потом еще в будущем рассмотрим вообще эти все тоже дробящие оружия когда-нибудь и поймем, почему именно дробящие пушки одни из самых топовых вообще в игре в плане артефактов. Так, поднявшийся спящий, да? Упсик, ты приехал. Все, второй камень душ я вот захватил поднявшийся спящим. Вообще изично, они дохлые. С них проще всего, ну сейчас повезло. А он еще, кстати, один поднявшийся спящий. Повезло то, что даже вот сейчас могли бы вторую душу, в принципе, даже вот... Ладно, не буду я с ним со вторым воевать. Так, нам нужно именно Адрасал. Мы даже отсюда прямо видим. Так, заряжаем левитацию. Потом накидываем невидимость, чтобы от нас отстали. И летим в Адрасал за кинжарчиком. Кстати, по-моему, возле того кинжарчика разрубателя находятся тоже два поднявшихся спящих. И считай, это тоже смертники. Из них можно тоже себе вот парочку камней душ и в них и вытащить души, да? Так, сейчас мы подождем, пока спадет у нас... Прячемся, потому что на нас никто не лип. Подождем, пока спадет левитация. Все, спало хорошо. Идем в Адрасал. Двемерская академия. По-моему, нам нужно вот тут вот направо. Скрываем. Будем дальше. Так, так, так.
по-моему, вот здесь вот в башне. Буквально сразу тут зашел, направо повернул. Так. А тут даже... А, по-моему, слушай, я их то ли перебил, то ли что. Вот он, разрубатель. 400 тысяч стоимость. Обалдеть. Короче, эти орудия Кагринака, да, что важно сказать, вместе с призрачным стражем, хоть левым, хоть правым, нужно для того, чтобы, собственно, уничтожить сердце Вархана, чтобы уже, как бы, не боги трибунала, не сам Дагатур не черпали все эти силы, ну, а мы сами себя, в принципе, усилим. И после этого вот этот кинжальчик-разрубатель, он себя, в принципе, исчерпывает. Его даже, наверное, можно и продавать. Ну, в музее артефактов его не принимают. То есть, сейчас вот показываю. Я его даже могу уже поднять. Ну, он ничем таким особо там не пестрит характеристиками. С виду вполне оригинальный. Вот, держу, смотрите, кулак Рандагульфа у нас на правой надет. Но учитывая, что не важно, на левой, на правой руке у вас призрачный страж, если надевается, то, собственно, вы можете орудие Кагринака уже держать. Вот, потому эту штуку даже можно тоже выгодно потом продать. А вот молоточек я бы не советовал, поскольку очень, очень классная штука. Мы потом по зачарованиям посмотрим выгоды тоже. Все. Изи. Идем отсюда назад. Врубаем левитацию. Встань, говорю. И летим отсюда, в принципе, через даже Дагатур. Вот здесь вот, да вот, наверное, здесь имена вот даже. Даже, наверное, видно вам на карте, что там иногда даже вот эти квадратики можно просмотреть. По-моему, куда-то вот сюда летим. По диагонали. Так, тихо. Невидимость можно бахнуть, чтобы от нас наверняка там отстали всякие. Так, и летим. Да, щупаем диагональ. Вот туда куда-то. Вот. И что касательно теперь бы можно еще упомянуть. Касательно лево-призрачного стража, собственно, это, напомню, это альтернативный путь для вампиров, задуманный разработчиками. То есть не обязательно вам прям всю сюжетку проходить, собирать всяких вам, которые вам надают. В процессе достаточно просто призрачный страж забрать, потом молоточек забрать, сюда прийти забрать разделитель, пойти вампиром с этим всем, с орудиями Кагринака полным набором к Дагатуру. И вы сможете пройти, по крайней мере, главный сюжет. Пройти вампиром, наверное, дополнение трибунала Бладмун, наверное, невозможно. Так, немного сбились с курса. Вот так вот давай левее. И летим, ищем себе, в общем. Так, у нас уже заканчивается, блин. Ладно, пускай я выпью потом бутылек. Чтоб сейчас себе невидимость не сбивать. В общем, сразу же на верный путь вас наставлю, короче говоря, куда идти, да и все. Голову не морочить. В общем, как по мне, с левым призрачным стражем гораздо выгоднее, я уже рассказывал почему. Потому что комбиться левый призрачный страж с правой перчаткой кулака Рандагульфа. Ну это повторяю для тех, кто, допустим, будет тайным уровнем, да, чтобы вы понимали, там, кто-то изначально смотрел. Для тех, кто будет смотреть, допустим, тайный уровень, начиная, допустим, с данной серии. Так. И ищем, рыщем, где-то здесь у нас должны быть... Должна быть крепость Веминал. Блин, ее еще надо найти. Посреди такой бури. Ну, слушай, по-моему... Точно... Не севернее, давай сюда пролетим. А вот и она. Ну да, так же, как я говорил, вот реально даже было на карте видно, что там, если присмотреться, видно, что там, скорее всего, откроется вам квадратик. Наши разборки ремастеры всякие там, не знаю, тут были, вот допустим, вот здесь вот я камнем закрыл, чтобы вы понимали, вот это камень я поместил. Тут был, в общем, засвет под низ, в общем, все многое фиксировалось. Некоторые дымерские руины, в общем, там грешили тем, что они там, в общем, как-то так, засветы были всякие. Так что поправ, тут мы вообще весь мир оббегали, особенно точки интереса. Именал, и, ну, именно в Именале, по идее, нужно нам
уже не так просто подобрать разделитель, там, в общем, артефакт, да, а нужно выбить, да, в данном случае из Дагата Веминала сам разделитель. Так, и мы сейчас проходим дальше, 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 нам всегда надо углубиться. Зал браслета, да. Тут есть какой-то другой Дагат. Ну, даже если пройти сюда, вот так вот, мы этого Дагата, собственно, и увидим. Ну ладно, я вам покажу, что тут есть где-то еще какой-то, по-моему, уникальный скелет. Или мы уже его прошли. Тут, короче, какой-то еще уникальный скелет бродит. Хотя, возможно, он и снизу. Сейчас, подождите-ка. То ли с этой стороны. Ну, так, от Вимена уже вот там. А, нет. А, вот он, вот он. Вот тут такой уникальный скелет бродит. Бельдах не умирающий. И, по-моему, я ему специально именно вот такой вот сет поместил. Что он похож именно на это, на Норда. По-моему, это скелет Норда все-таки. Какой-то именной. Так, и вот он, Дагат Веминал. И мало того, у этих всяких Даготов же там есть всякие свои вот... Мало того, что есть амулет шестого дома, есть всякие амулеты, там, амулеты сердца разного типа. Ну, это можно с собой взять. Он, кстати, стоит 20 тысяч, между прочим. Так, и вот он, топовейший молоточек. Смотрим, почему. Почему же он топовейший? Одеваем. Я сразу, наверное, заменяю. Электрическая катана отваливается, потому что вообще ни о чем. В сравнении с этой пушкой. Смотрим. Так, что мы там подремонтировано? Во время боя не разрешат, да? Казалось бы, такая вот пиндюрка, да? Ну, маленький да удаленький, что называется. Скорость 1.5. Такая же, как и у Дайкатана. То есть быстро машет, в принципе. Сам по себе урон. Урон не кислый. Урон, кстати, 10 на 70. Примерно такой же урон. Вот кто-то может считать, что истинная... Не, огонь надежды, это клинок Альмалекси, что он лучше. Ни хрена, а там что-то будет урон даже... Ну, примерно такой же, но он еще молнией бьет. Он лучше, чем огонь надежды, на самом деле, чем клинок Нереварина из трибунала. А тут за счет чего вообще круче данная штука. Во-первых, минимальный урон не кислый, прочность конская, вес, правда, ничего так стоит, тоже, правда, дофигища. Быстрая скорость, дальность обычно стандартная. Так, дальность у катаны. Всего просто у катаны. А, ну, такая же, как и у катаны, но... Смотрим. Сама сила. Вот как я говорил, вот силу нам добавляет, в общем, комбящийся классно правый кулак Рандагульфа с левым призрачным стражем. Добавляет 20 силы. И сам разделитель, как я ранее еще упоминал там в сериях. Короче, вместе они добавляют, вот эти пупсики 2, добавляют 40 силы в плюс. А плюс еще от, по 40 еще ловкости выноса добавляют нам еще и шлем арены. В общем, так не кисло, подстать. И, мало того, еще идет у нас увеличение атаки. Что такое атака? Атака — это пробиваемость, то есть шанс попасть еще больше. Допустим, там кто-то, темный какой-то эльф на себя использует светоч, то бишь, повысит по себе промахиваемость, короче, у ворот, считай. Ты будешь, в общем, это дело контрит, короче, это контраст светочу, атака, да? Если же у кого-то светоч нет, то ты быстрее попадаешь. Плюс сила, это повышение, то бишь, на самом деле урон будет не 10 на 70, а у разделителя, а выше... Выше заметно. И так, и дальше у нас еще идет тоже выносливость. Кстати, выносливость вообще с этим делом на 160 добавляется, да? И, мало того, еще есть и удача. Удача, она, считаю, позволяет вам еще лучше пробивать врага. То бишь, шанс попадания еще выше. То бишь, вместе с атакой. На самом деле, атака здесь не 30 получается, за счет удачи еще выше. И вообще, удача влияет вообще на все. То бишь, еще и удача есть у этого, у этой пушечки маленькой. Чтобы понимали. Потому это вот эта пушка топ. Она явно лучшее оружие Нереварина и Эльмалексии, которые в трибунале. Однозначно. Но сам урон там, ну окей, допустим, плюс 40 силы. Но урон будет, допустим, там, как у булавы Айвара. То бишь, для меня эта пушка лучше, чем булава Айвара. Но булава Айвара бьет дальше. Она там почти как копье достает, блин. Но медленнее, чем. Потому в общей сложности для меня вот эта пушка в общем и целом лучше. Потому что сила, она еще тебе добавляет опять-таки грузоподъемность. Уже 700 у нас, да? А если еще стать вампиром придачу с этим всем, то ты за еще будешь круче. Особенно вампиром Квара.
Короче, все это дело, когда ты закуешься в артефакты, потом еще закуешься, а потом еще станешь вампиром в итоге, ты вообще будешь, блин, я не знаю, супер-пупер, мега-убер и так далее. Вот, потому вот это вот не хуже было Айвара в общем и целом пушка. И она быстрее, то бишь, однозначно было Айвара уступает. Но там есть другие, еще одна пушка, ну, есть пушка там, в общем, была, правда, она двуручная, булава даэдрическая, которую в храме там в Малагмаре довольно быстро дают, для уничтожения Голом Деуса, в общем, для вампиров Берне. И, а там суммарный урон вместе с огнем будет, вот, считай, урон 1 на 70 будет там... Так, ну давай на самом деле даже вернемся вот в Балмору, да? Подожди, а в Балморе я так пометку, наверное, или подставил, или нет, не помню. Ну давай тогда, наверное, божественным вмешательством сейчас мы слетаем. Сейчас даже в этой серии, если мы, раз она такая простая, мы сейчас немножко и сравним. Вот, короче, и на бег влияет, и на грузоподъемность, и на урон, и на пробиваемость. У булавы Авара такой пробиваемости точно не будет. И вообще удача влияет на все, потому, ну, блин, конечно же, разделитель топовая пушка. И лучше, чем оружие Нереварина, лучше пушка только будет, скорее всего. Наверное, да, булава Авара, до свидания, наверное, все-таки по моему рейтингу, сколько даже сейчас понимаю. Хотите отправиться? Сейчас доезжаем до Бамора, и там у меня все же эти пушки уже лежат. Потому что с этого персонажа мы их добыли уже. Потому вот получается, это из одноручного оружия, наверное, самая лучшая пушка. То есть, если ты хочешь носить щит, а лучше зачарованный дейдрический щит, да? Ростовый именно. Так, вот они у нас лежат. Вот, самые топовые у нас сейчас еще две пушки. Вот, булава и вара. Казалось бы, 30 на 90, 80 урона. Достает, ну, медленно машет. И весит аж 90. Данная же пушка, мало того, что добавляет, ну, вес имеет, но сама себя компенсирует силой. Вынос всякий добавляет, удачи и так далее. Ну, и урон будет вот не хуже, чем у Айвара, поверьте. И такой пушечкой маленькой очень классно в спину выписывать криты при классной скрытности. Очень классно, особенно оборотням всяким. То бишь, отлетать будут та же Альмалексия или что-нибудь, там будет отлетать быстро. Потому конкурентом только этой разделителю является только вот правосудие Вилота. Почему? Урон 1 на 70, конская прочность, вес, блин, вообще жесткий, но... Заметьте, есть высасывание локоть, то есть это дестабилизация врага. Он может упасть на колени, и вы ему сможете, считай, с повышенным уроном дать по кумполу. Немножко запасил пожирает, но это фигня. Самое главное, что к 70 урона еще добавляется вот урон 4 на 10 на 10 секунд. То бишь максимальный урон будет достигать 170 у правосудия Вилота. 170, Карл. Особенно по вампирам, это они вообще будут их сжигать. Вот, разве что только вот эта вот пушка за счет своего конского урона в лучшем случае. Но стабильная, самая стабильная пушка по урону, по физическому, именно разделитель получается. Вот. Получается именно так в этой игре. Хоть ты тресни, я проверялась по-всякому. Вот. Кому-то нравятся другие оружия. Ну, более, конечно, есть еще один вариант, конечно, это раскапыватель могил Дайкатана. Ну, там урон будет примерно такой же, как и вот здесь. Ну, почти такой же, как и у разделителя. Тоже будет, как у этой пушки, только он будет вручный Дайкатана, мы еще тоже рассмотрим. Будет тоже урон 1 на 70, но там будет на пару секунд паралич. Вот за счет стана ты тоже будешь, конечно, дико, ну, опять-таки. Ты хоть и врагой будешь станет тем раскапывателем могил Дайкатаны, да? Но есть шанс, что на отражение сработает на тебя и тебя парализует. И потому нужно будет быстро вылезать из паралича зельями, там, парализация лечения и так далее. Ну, самая стабильная пушка получается вот эта. На мой взгляд, личный. Со стандартной длиной. Короче, маленькая, но очень конски удаленькая. Потому что, ну, за счет своих зачарований, крайне вкусных, то бишь сила, удача, атака, это прям, ну... Прям все. Конкурировать только может разве что правосудие Вилота. За счет того, что может тоже дестабилизировать врага, но и фигануть в удачном случае 170 урона. И все. Вот это, считай, альтернатива молота Стендара, который там в музее артефактов Морнхолда лежит. Ну, в принципе, все. Самое главное мне было показать вам, где сразу же так вот... От призрачных врат пройтись, адресал по диагонали пролетаем в Виминал, забираем изично вообще. Даже тот же самый Дагат Виминал был ни хрена не сильным. Как вы могли заметить. Так, и что там у нас? Дайдрическая Дайкатана.
у нас выкладывается, чтобы нас не нагружать. Да, в принципе, кстати говоря, и разрубатель тоже. Так, а еще у нас пока я тут, и ключик нафиг, вот это тут тоже. Да ну все, народ. Ну, я буду дальше продолжать, конечно, с одноручной, самой лучшей одноручной пушкой в игре. И мы будем, да, тоже там выписывать вертуханы. Потом все. Считай бонусом, еще и вам еще и сравнили с самыми топовыми двуручниками в игре. Именно вот почему-то именно в самой классной игре и в игре оружия это именно дробящее. Как бы там вам что ни казалось, но за счет характеристик все равно урон будет выше, напомню, у разделителя выше, там даже не спорьте. Здесь... И он физический, самое главное, он стабильный физический, блин. Магически он там иногда отражается, все такое, а физически он именно прям конский пробивает. Все, народ. На этом мы данную серию заканчиваем. В следующий, наверное, мы пойдем уже себе добывать вот недостающие просто наборы, которые можно достать проще, чем дайдрические. Топовые, конечно, были бы дайдрические всякие элементы, но по ножи там... Я по поводу дайдрического в следующей серии еще буду упоминать. Так, опять мы, собственно... На этом завершаем. Ну, рассмотреть этот именно разделитель было очень важно в данной игре, потому что, ну, пушечка просто конфетка. Все, на этом мы завершаем. С вами был канал WJ Plays. Вас лайк, подписывайтесь. Услышимся, увидимся. До связи.